А что-то их нахтик ничего нету, где он? Он ушел, ушел. Вообще ушел? Он говорит, я не слышу. Это не мой. Нет. Христос воскрес! Воистину воскрес! Чаще бора, еще в тени его сырой, как зеркала стоят озера и дышат свежестью ночной. Еще в синеющих долинах плывут туманы, но смотри, уже горят на горных льдинах лучи огнистые зари. Они, пока в оси сияют, недостижимы, как мечта, где голоса земли смолкают и непорочна красота. Но с каждым часом приближаясь из-за олеющих вершин, они заблещут, разгораясь, и в тьму лесов, и вглубь долин, они взойдут в красе желанной и возвестят с высот небес, что день настал обетованный, что Бог воистину воскрес. Во славу жизни дал Создатель, святой случится благодать, чтоб каждый дом сошел с небес, спасение свет, Христос воскрес. Самый кроткий из людей, раб Господень Моисей, был Всевышнего пророк, исполнял все точно в срок, Иов праведный страдал, Бога в скорби призывал. Он в проказе жуткой был, но Творца не похулил. Авраам, Господень друг, верен был ему среди слуг, испытал его Творец, даровал ему венец, ненавидел зло, порок, Самуил, большой пророк. Он Творцу послушен был, как дитя его любил.
Ну а как у нас, друзья, есть ли в сердце дух огня? Вот примеры нам даны. Будем Богу мы верны. Аминь. Христос воскрес, скворцы поют, и пробудясь ликуют степи. В снегах, журча, ручьи бегут, и звонким смехом быстро рвут зимой скованные цепи. Еще задумчив мрачный лес, не веря счастью пробуждения. Проснись, пой песню воскресения, Христос воскрес. Христос воскрес, в лучах любви растает скорби мрачный холод. Пусть радость царствует в сердцах и тех, кто стар, и тех, кто молод. Заветом благостных небес звучит на песне воскресения. И счастье, радость и прощенье. Христос воскрес, Христос воскрес. Бог всегда благословляет. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Истинно так. Воскресение Христово. День Пасхи радостно играя, высоко жарным взлетел. И в небе синим исчезая, песнь воскресению запел. И песнь ту громко повторяли, и степь, и холм, и темный лес. Проснись, земля, они вещали, проснись, твой царь, твой Бог воскрес. Проснитесь, горы, долы, реки. Хвалите Господа с небес. Побеждена им смерть вовеки, проснись и ты, зеленый лес. Подснежник, ландыш серебристый, фиалка, зацветите вновь. И воссылайте гимн душистый тому, чья заповедь — любовь. Из года в год, из века в век передается истина. Послышит каждый человек, Христос воскрес воистину. Из года в год, из века в век передается истина. Здесь каждый человек Христос воскрес воистину. Воскрес, чтобы ободрать людей, если усыпаемый. Воскрес он так, где дарят любимый ангел. Всем зите будет мокрое, и той сосветает. Там будет тот, кто сердцу Богу угождает. Еще через полгода зарастет и будет нормально. Царские врата перед нами, святой огонь сияет от свечи. Кругом опять расставили в храме цветные яйца и пасхи куличи.
Еще темно, но солнышко играет, играет всеми красками небес. И радостно друг другу повторяем: Христос воскрес, воистину воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес, воистину воскрес. Ну, мозаик очень хорошо. Если Бог даст. Они прощения попросили, а потом уже к Богу собрались. Лера, рассказывай. Многие потерпели крушение веры. Христос воскрес, скворцы поют, и пробудясь ликуют степи, в снегах журча ручьи бегут, и звонким смехом быстро рвут. Еще задумчив темный лес, не веря счастью пробуждения, проснись, пой песню воскресения, Христос воскрес. Христос воскрес в любви лучах, исчезнет скорби мрачный холод, пусть радость царствует в сердцах и тех, кто стар, и тех, кто молод. Заветом благостных небес звучит нам песня воскресения, любви и счастья и прощения. Христос воскрес, Христос воскрес. Воистину. Наша Пасха, Христос, Он был жакван за нас. Он нам радость принес и от гибели спас. Будем славить теперь. Разве можно молчать? Бог открыл в небо дверь и дает благодать. Аминь. Аминь. Ничего себе. Устами младенца сказала истина. За облако в виде барашка, за птичку, зверушку, букашку, за каждый зеленый росточек, за каждый душистый цветочек, хвалу, благодарность и честь хочу тебе, Боже, вознести. За свежую ягоду в поле и за лесное раздолье, за нежные звуки свирели и соловьиные трели, хвалу, благодарность и честь хочу тебе, Боже, вознесть. За радость в душе утешенья, за громкое сердце биенье, за пастыря добрые руки, за то, что с тобой нет разлуки. Хвалу, благодарность и честь хочу тебе, Боже, вознесть. За то, что в беде не оставишь и помощью руку протянешь, за то, что, Господь мой, ты есть. Хочу тебе славу вознесть, прильнуть к святой чистой груди и только лишь благодарить. Все лица радостно сияют, сердца свободны от страстей, так торжественно сияет слова святые для людей. Христос воскрес! Так блаженны и помоги, Господи. Да, блаженны и прикословно. Следующий. Христос воскресе! Люди, братья, друг друга в крепкие объятия, спешите радостно принять. Забудем славы, оскорбления. На этот праздник воскресенья ничто не будет омрачать.
Христос воскресе, ад трепещет, и солнце вечной правды блещет над обновленной землей, и вся вселенная согрета лучом божественного света, кушает радость и тепло. Христос воскресе, день священный, гремит во всех концах вселенной, Творцу невечная хвала. Грехи оковы с нас не спали, душа отправилась от сна. Христос воскрес! Воистину воскрес! Еще кто-то приготовил по второму стиху? Нет? Келина, еще есть стих? Я верю. Не будешь? Я верю. Я верю, что из гроба спасите мой воскрес. Он сделал это, чтобы мы ладовые здесь. И как не веселиться, уже не страшен ад. Несется весь, как птица, спасение в каждый лад. Господь нам утешение, сказал, что мил вам. Я верю совершенно евангельским словам. Помогите, Христос. Да будет так, аминь. Наш скромный концерт закончен. Сейчас еще мы песенку споем, Юля. Давайте. Ой, там Дед Мороз. Дед Мороз. Ну, на Пасху. Пойте, пойте. На Пасху. Не отвлекайте. Дед партизан. Дед Мороз. Все, получилось. Дед Мусель. Дед Банзай. Передавайте. Или не в руки, да? Подарок. Молодец. Полине. Да нет, передавай. Полине маленькому. Смотри, маленькому. Полин, держи. Смотри, какой подарок. Всем получили подарок. Не будь слишком серьезным. Песни пока я не пели, оглянуться не успели. Семь недель минули напряженные. Только мне напрасно было, чтоб у нас грехов убыло, и пришли мы к Пасхе обновленные. Тянет небо ветви, а с небом уставший лес. Все проснулось и ликует, вся природа торжествует. Это потому, что наш Христос воскрес. На сугробах талы солнце свой взор рисует. Тянет небо ветви, а с небом уставший лес. Пасхальными свечами сумрак храма освещаем, услаждаясь пением торжественным. Лишь бы свечи душ горели, лишь бы духом пламенели, размышляя только о божественном. На
снегом уставший лес. Все проснулось и ликует, вся природа торжествует. Это потому, что наш Христос воскрес. Солнце свой взор рисует, тянет небо ветви, а снегом уставший лес. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Сейчас почувствовали то, что Христос воскрес. Так, теперь развернули всех к столам. И продолжаем. И доедаем. Да? Вся община сейчас пойдет на взвешивание. Должно быть 150 килограмм плюса. Ну сейчас. У каждого по 100 грамм, 100 человек. Итак, я хочу небольшое слово сказать на этом. Благословите. Да, спасибо, Христос. Потому что Игнат Никоновича не было, он ничего не сказал, а слово должно быть обязательно. Сегодня столько Евангелий читали, и чтобы не сказать слово, простите, я этого не могу выдержать. Вот давайте посмотрим на следующий вопрос. Кто перескажет? Хочу задать вопрос. Как-то на Пасхе решил я сказать слово. И долго думал, о чем сказать. И тут вспомнил, что Пасха, это по-еврейски называется Песах, это исход. Выход народа Божьего из плена египетского. Ну, это радостное такое событие, но оно там всегда омрачалось. Очень меня... Чуть-чуть потише, пожалуйста, тут слово говорят. Ну, не авторитетное, ну так, хотя бы что-то послушайте. Омрачалось очень провидение Божие тем, что народ роптал. То есть так было бы все хорошо. Но не забудем, что весь исход закончился чем? Закончился тем, что только молодежь осталась, из стариков осталось раз... Кто скажет, сколько осталось? Двое осталось всего. Иисус Навин и Халев. Все, больше никого не осталось. Дети, на вас вся надежда у Христа, запомните. Только вы были спасены во время исхода. А все, кто мог держать меч от 20 лет и выше, через 40 лет были закопаны в песок. Сейчас передают о 130-летних людях. И они бодрые, показывают японка, заплыв делает вместе со спортсменами, с молодыми, ей 100 лет. Бабка такая бодрая выходит, где даже не скажешь, понимаете, 100 лет. Другие там 130 лет подходят к нему, интервью берут, он в горах где-то, этот жирный такой этот журналист запыхался. Расскажите там о чем, а это аксакал такой, он еще на непонятном языке разговаривает, горском. Начинает говорить, сколько тебе? 130 и дальше не помнит. Никто не помнит, там метриков тогда не было еще даже, когда он родился. Сколько люди могут прожить? Господь не дал это прожить своему избранному народу. Вспомните этот фильм «Искупление», когда Захария говорит, а зачем ты нам говоришь о грехах наших? Ведь нас сам Бог избрал. А он продолжает это все, продолжает Иуда, это раввин, сидит за столом, и отец ему говорит, сынок Иуда, ты раввин у нас, раввин это учитель по-еврейски, ты должен учить, говори слово, о Песах идет, все. И он берет и вот поднимает эту мацу, пресный хлеб, и вот так вот берет ее, разламывает, и начинает так, потому что, говорит, Господь наш, он продолжает этот разговор к своей семье, этот разговор ко всему народу Божьему. Господь знает, что мы грешники. Он знает, что невозможно Его же слова «Будьте святы, как Я свят» исполнить. И поэтому Он нам дал Иисуса Христа. И показывает им вот это вот о пресноке. Мы не должны быть квасные.
Мы не должны быть вот такие дрожжевые, сидеть как маф на своих дрожжах. Мы должны быть опресноками, настоящими, бесквасными, чтобы у нас все было на месте. Чтобы соединение было у нас не хилое, а настоящее. Как сказал сатана Господу, когда Господь пришел, говорит: Петр, Петр, все сатана просил вас рассеять, как пшеницу. Но некогда, обратившись, ты все поймешь и расскажешь, и призовешь и верных моих. И он так и сделал. В чем состоит призвание? В том, чтобы собирать верных. Наоборот, эти вот пшенички, вот эти зерна, наоборот, нужно собрать. А они должны еще перемолоться и должен потом испечься хлеб. Это нужно отвергнуться себя, взять крест и идти за Христом. Это очень сложно все сделать. И Христос в сегодняшних Евангелиях показывает нам это. В любой радости у нас сегодня здесь, как у церкви воинствующей, есть печаль. И вот эта печаль была в чем? В том, что Господь воскрес, и такая радость у всех. Живой! Это невозможно. Христос живой. И вдруг он говорит, что а я от вас уйду. Уйду, но утешителя оставляю вам. 40 дней. И вроде такая бы радость у нас. Христос воскрес. Но мы знаем, через 40 дней мы останемся одни без Христа. 10 дней мы будем ждать. И вот оно. Вот огненные языки. И Дух Божий в виде языков сходит на людей. И они становятся искренне настоящими тогда христианами. В чем состоит сущность этих христиан? В том, что они приняли Христа в себя. Во Христа крестившиеся, пели мы сегодня, во Христа облеклись. Христос знает, потому что, вспоминайте слова, Господь знает Всевышний, что мы не можем быть святыми. Но Он нам оставил это. Он сказал: будьте святы. Сам Господь говорит: как я свят. Каждый из нас сейчас в сердце своем не понимает этих слов. Он их принимает, как сегодня сказала наша маленькая сестренка: я в Евангелие в каждое слово верю. Вот какие мы должны быть. Это устами маленькой девочки сказала истина. Мы должны верить в каждое слово Евангелия. Братья, надо быть святыми. Вот что не достает вам? В этот день Пасхи я желаю, чтобы у вас это свершилось внутри вас. Чтобы этот переворот произошел. И чтобы каждый порадовался друг другу, как мы сегодня радуемся воскресшему Христу и всем братьям, которые здесь проходят. Они проходят, как будто мы Христа видим здесь. Как бы мы любили Христа, если бы Он нам даровал вечную жизнь, как Он сказал. Кого больше возлюбил, 50 или 500, кому простил? И подумал этот пригласивший фарисей, а он пригласил с умыслом нехорошим и говорит: конечно, тот, кому больше. Вот, говорит, она мне ноги своими волосами отирала, слезами омывала, миром на меня поливала, а ты мне этого ничего не дал. Мы не должны быть такими, показывать здесь снаружи, что мы имеем какой-то вид благочестия, а внутри мы окажемся гробами повапленными, покрашенными гробами красивыми. Ничего этого Господь не пропустит. Это называется, что мы без брачной одежды попробовали залезть на брачный пир. Вот мы все друг друга сейчас здесь знаем. Мы все друг другу радуемся. Мы даже до того знаем, что недостатки друг друга все знаем. Понимаете, это настоящая семья, как вот детишки пели. Братство, семья, все это. Друг другу оказываем эти милости. Более сильные носят немощи бессильных. Это так. Бессильные понимают это и не обижаются. Не завидуют, а стараются идти в ногу с христианством. И вот это очень видно, ну, во всяком случае, мне с высоты моей веры. Если кто-то не так видит, пожалуйста, оставайтесь на занятиях. Мы все вопросы здесь пройдем. У нас есть занятия. У нас служение есть. Если кому-то надо услышать проповедь какую-то, подойдите к братьям, вот чтецам, скажите: брат, ты почему не читаешь проповедь вот на эту тему? Прочитай. Он найдет Златоуста, потому что мы часто сами не видим это. Вот я как выбираю проповеди, к примеру. Вот сажусь, открываю, у меня книга там большая, или Златоуста, начинаю читать, и вот чувствую, что на сердце, что мне лично не хватает. Не то, что как брату моему. Мы же только что прочитали: и не осуждать брата моего, но замечать, что у меня какие грехи-то. Вот этот пост нас вот это высвечивает. Почему мы во время поста идем на покаяние, на исповедь? А когда нет поста, когда мы стараемся только радоваться,
И вот здесь получается падение у нас. Господь нам всегда оставляет во время дней торжества. Мы должны быть настороженными, должны быть бодрственными, чтобы не заснуть и не погибнуть. Братья, говорю только к тому, чтобы никто из нас не погиб, но все имели жизнь вечную. Ну как? Не здесь эти слова сейчас сказать нам, между верующими всеми. Хотелось бы точно так же говорить и тем людям, которым мы пойдем завтра, будем нести им Евангелие. Там, послезавтра, сколько Бог даст силы, будем распространять Слово Божие. Но среди них это тяжело сказать. Многие окажутся свиньями, псами, которые не хотят слышать или слушают и кощунствуют. Поэтому от вас, братья, никогда вы не будете для нас какими-то бесплодными, беспочвенными. Всегда, кто не ходит на благовестие, знайте, мы ждем ваших молитв, что вы будете молиться за нас. Потому что, когда вы молитесь, это сразу чувствуется. Благовестие идет как на крыльях. И люди останавливаются, и труд идет. И поэтому без молитв, без общей молитвы, без моления, как вот сегодня мы читали в Деяниях святых апостолов, и вот в первой главе об этом говорится, что в молитве и молении постоянно они пребывали. И вот сейчас, как бы мы с этими вместе апостолами, с нашими первыми первопроходцами, помощниками начальника веры и победителя тьмы, мы вместе находимся. И когда сектанты говорят, да, они умерли, их нету, мы скажем, мы принадлежим к соборной апостольской церкви. Любой из сектантов скажет, это не так, это, мы не знаем это такого, они там мертвые где-то, все. А вы там молитесь им, там на иконы молитесь и везде. Но мы знаем всю истину и полноту до конца. У нас есть каноны, которые нельзя попирать. Они нам все говорят. Поэтому благодарю за внимание. Спаси Христос во всех. Спасибо. Христос воскрес! Слава Христу! Миром Божьим! Ангел вопияши, благодать нечистая, Дева, радуйся, и паки реку радуйся, твой сын воскресит ревнями над гробом, и мертвые воздвигнувые люди, веселитесь, светися, светися, Новый Иерусалим, и слава Богу Господня на тебе воссия. Ликуй ныне, веселися сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородице, а восстанье Рождества Твоего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Давай, Господи, благодарим Тебя за сие собрание, что Ты позволил нам встретить этот праздник Пасху, день Твоего воскресения, Господи. Слава Тебе за все, Тебе же хвала подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спаси Христос. Спасибо. Братья, если кто возможность имеет на машине помочь нам это добросить Евангелие, вы это скажите сейчас. Ну, где-нибудь в обед. Как в обед. Кто сможет? С кем созвониться можно? Завтра, завтра. Завтра, да. Поездка будет стоять. Да, сегодня, да, сегодня. Сегодня, Дмитрий, сегодня, да. Да, 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 сейчас поедем. И очень много разговаривали. Андрей. Ну, хорошо, хорошо. Мы-то не во дворе сдаем, мы это понимаем тоже. Ну, различие нашего. Ну, это, мне кажется, это ну, да, 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 понятно. Они, наверное, потому что это... Так, никого нету, да? Никто ничего не сказал? Это благословенно. Ну, ладно. Патриархом Кирилл.